Так, ребят, всем ку, всех приветствую. Ну что, время ужастика, время продолжать. Только я не помню, где мы с вами остановились в прошлой серии. У нас, по-моему, был фонарик. Ага, у нас, по-моему, был фонарик. Ты понимаешь, что нам придется опять заново это все искать? Я ничего не вижу. Да-да-да, так, вы хоть что-то видите? Я ничего не вижу. По-моему, в прошлой серии у нас был фонарик с вами. Да? И как мне... Ага, вот сюда. Так, вот где-то... Где-то тут вроде должен был быть фонарик. Да-да-да. Hello? Hello? Мистер Бабайка? Мистер Маньяк. Так, и нам нужно будет пароль. Пароль, пароль, пароль. Пароль, по-моему, я знаю. Так что давайте побежали, заберем фонарик. Заберем фонарик, пошлите. Вот тут он, по-моему, должен быть. Да твою ж. Ага, нам ключик нужен. А где ключик лежит? А я не помню, где ключик лежит. Я не помню, где лежит ключик. Нет никого дома. Приходите попозже. Так. Давай смотреть, где тут был ключ. Вот ключ. Вот, шикарно. Давай забираем ключ. Идем, забираем фонарик. Вводим кодовый, это как его, замок. Открываем. Блин. Спасибо, да. Спасибо, но я не голоден. Все, шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Так, открывайся. Во, и бери фонарик. Да. Хорошо, все. Отлично. Только я все равно ничего не вижу. Так, нам, по-моему, сюда... Если я не ошибаюсь, да. Вот. И нам нужно будет с вами... Так. А где же... Где же... По-моему, вот так, да? Да. Правильно. Пароль правильно ввели. Хорошо. Все, все. Пошли. Бонжур. Ломик. Ага, интересно, интересно. Зачем нам ломик? И как мне взять в руки ломик? Для чего нам нужен этот гребаный лом? Блин. Жесть. Ага, сюда, да? Чпуник. Занято. Понял, занято, значит занято. А зачем нам ломик нужен? Типа, чтобы что? Типа, чтобы что найти? Слышь, у меня есть ломик. Так что не шути со мной. Не шути со мной. А нельзя взломать вот это вот окно и уйти отсюда, не? Никаким образом. Нет, походу нельзя. Походу это так не работает. Как там было? Это так не работает, а вот тебе нож, да? Кстати, как говорится, держу в курсе. Прорекламирую свой второй канал. Арчи, на котором у нас с вами стримы проходят по пабгу. Так что подписывайтесь, ребят. И на этот канал, и на второй тоже. Здесь у нас будут прохождения игр. На втором будут стримы. И мы там сможем с вами, как говорится, отдохнуть и повеселиться. Во, зачем нам ломик, понятно. Да, пошли. Пошли в следующую дверь.
Ага, жесть. Так, тут закрыто. Неужели мы с вами вышли на этот в коридор? Так, а давай постучим. Угу, постучали, проверяй. Блин, ну она же нам сказала, что нельзя на улицу выходить. Просто если на улице бабайки страшнее, чем у нас здесь. Это глаза светятся вдалеке, смотри. По-любому глаза. Да? Ждешь меня, падла? Ждешь меня, по-любому ждешь. Так. А не, это не глаза, нормально. Это не глазки, я думал. Я думал, уже кто-то стоит, ждет нас. Так, тут закрыто, тут открыто. А это тогда что? А это тогда что у нас тут? Это непонятно. Блин, сейчас по-любому будет скример. Вот стопудово сейчас будет скример. А у меня в наушниках оно еще орет так. Так, ну нам не страшно, все. Я знаю, что вы сейчас смотрите. Мы вместе справимся со всем. И нам не будет страшно. Ага. Нужно убегать. Убегай, убегай. Пожалуйста, нет. Нет, нет, нет. Понятненько. Понятненько. Нужно убегать. Хорошо. Хорошо. Ясненько, понятненько. Ладно, давай еще раз. Блин, он так все быстро происходит, что я даже не успеваю. Так. Да ёп. Так, мужчина, вы не против? Я пройду, хорошо? Вы пока зависайте. А я пройду. Блин, ну если я сейчас затуплю минут на 30, вот это буду убегать, он меня будет ловить. Я реально тебя удалю, игрушка. Так, все, Арчи собрался. Нужно убегать. Все, убежали, убежали, убежали. Убегаем, убегаем, убегаем. Пожалуйста, открой дверь. А что за бред? А почему? А я могу присесть? Скажи, пожалуйста. Игра, я могу присесть? Нет, я не могу ни присесть, ни встать, ни прыгнуть. У меня тут ничего не работает. Ой, бред, 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 бред. Какой же бред. Какой же бред. Я могу только бежать, я не могу. Там дверь была закрыта. А там, получается, упала эта штука, как его. Деревянная какая-то. И куда его? Куда его бежать? Короче, пробую 5 раз. Если на 5-й раз не получится ничего, значит вы не увидите этот ролик. Значит, я его удалю. Скрыться со спокойной душой и совестью, что я попытался. Блин, у нас же шломик есть. Зачем мы будем убегать? Может мы? А давай мы смотреть на тебя не будем. Так. Направо. Налево. Направо. О, беги, 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 беги. Выхода нет. Код 5913. Так, код 5913. Ах ты, падла! Вы видели? Код 5913, 5913. Только не верите, что мне опять заново убегать нужно? Ну, раз выхода нету, значит выхода нету, правильно? Игра ж не может врать. Раз нам сказали, что нету выхода, да. 59-13 надо запомнить. Так, угу, мы где-то проснулись с вами. Только где?
Я бы сказал бы, конечно, в рифму, но мало ли меня сейчас тут детки смотрят. Да? Начнут потом. Ага, а куда идти? Налево, направо, вверх. Теперь я на улице. Осталось найти выход из города. Хорошо. Хорошо. Ладно, давайте попробуем пойти прямо. Если ничего не получится и нас лузгнут, то пойдем. Пойдем налево потом. Так. Алло? Алло? Телефона, телефона. Чок-чок кушать хочет. Тут закрыто. Закрыто. 59-13, по-моему, если не ошибаюсь. Потому что с моей памятью я тут по-любому все забуду. А вот и выход. Так, мне нужно чем найти, чем разрезать цепь найти, да? Ага. А это, походу, нам нужно возвращаться назад, я понял. Ладно, пошли назад. Не-не-не, не пугайте меня, пожалуйста. Ой, ой, а включите свет, пожалуйста. А, ля, что открылось? Привет. А у вас есть чем разрезать цепь? Или нету? Блин, знаете, что надо было сделать с самого начала? Просто этот, как его, мэкнуть ту бабулю, которая на нас нападала в доме. И остаться до утра. И все было бы хорошо. А утром бы уже б вызвали полицию. Приехала полиция и разобралась со всем. Хотя, может, и полиция в этом участвует, так что тут, как говорится, каждый сам за себя. Так, дверь закрыта, дверь закрыта. И где мне теперь искать рычаг и бензин? Ой, нет, ну нет, ну не хочу я в хорроре искать рычаг и бензин. Ну, ребят, ну вы прикалываетесь. Ну нельзя было что-нибудь более интересное придумать, не знаю. Да. Hello, my friend. Ну капец. Ладно, но возвращаемся назад. Тут закрыто, тут закрыто. Тут у нас бочка. Тут у нас телефона. Тут у нас дверка. Так, еще. Еще и куда мы пришли? Квачик Валькуна. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте 300 рублей, пожалуйста. Так, что нам нужно делать? Нам нужно найти вход-выход. Вот, ломиком же можем, да, разобрать эту штуку? Не, все, ломика у нас типа нету. И 300 рублей никто не даст, да? Понятненько. Не знаю, мне там гривны, евро, доллары. Без разницы. Окей. Возвращаемся назад. Так, записка. Давай я тебя... А, давай я тебе кое-что покажу. Загляни под камень около качели. Да. Ты шо? А шо там? А давай посмотрим. О! Видел ноги? А? Видели, видели? Падла. Так, а где качелька? Качелька. Под камень возле качельки. Так, а где камень? А вот камень.
Ха-ха-ха. А теперь в красный холодильник. Я тебя найду, падла, будешь у меня месяц бегать по этим запискам. Падла, где красный холодильник? Кто помнит, где красный холодильник? Где в очко потом... Ага, вот она. Так, ребят, готовьтесь, по-любому там скример сейчас будет. Так, ты видел во дворе розовую ткань. Не хочешь посмотреть, что за ней спрятано? Нет, не хочу. Не хочу. Кто-то хочет? Не, знаешь, что была песня у дискотеки «Авария»? Здесь кто-нибудь хочет, и я хочу. А еще кто-то хочет. М-да. Ладно, давай смотреть. Давай смотреть, что это у нас тут. Так, как тебя взять? Алло, игра, дай. Так, кто это? Я верхнюю не могу прочитать. Так, я тут пряталась от всего ужаса, который начал твориться в моей семье, да и вообще во всем городе. Хорошо, что ни одной живой души это тебе пригодится. Что мне пригодится? Фотография с собачками или что? Кто это? Что пригодится? Алло. Бля. Алло, игра. Что мне должно при... А, я что-то взял. Монетка, да, какая-то? Да ты шо, ля. Сейчас пойдем себе покушать купим. Так, мне должно что-то пригодиться. Что мне должно пригодиться, я без понятия. Давайте искать. Давайте искать. Да, кто не смотрел, кажется, первую часть и начал со второй смотреть, ярче не могу сделать, видите? У меня только чувствительность, громкость и качество. Все. По поводу яркости не могу ничего сделать. Серьезно, я от этого бегал к холодильнику, к камню и к тряпочке, чтобы мне дали какую-то монетку. Или я за монетку смог купить себе бензину. Хотя навряд ли. Честно, я не знаю, о чем тут говорить. Я понимаю, что я должен что-то комментировать. Только что комментировать, если комментировать, тут нечего. Ты покупал эту лампочку, что ты ее бьешь, а? Падла. Я на тебя полицию заявление напишу. Так, холодильник закрыт и закрытый. Здесь ничего не юзается. А! Ля! Стоит, да? Слышь, у меня есть ломик и монетка. Я не побоюсь ими воспользоваться. Привет. Ага. Понял, за тобой идти, да? Хорошо, пошли. Так, а это я могу воспользоваться? Да, могу. Так, это у нас... Ага, это у нас рычаг. Правильно? Правильно. Осталось найти только немножко... Немножко топлива. Зачем? Я не знаю, конечно. Наверное, чтобы электричество включить. Но дальше дверка не открывается. Тут заперто. Hello? Тихо. Фонарик, фонарик, ты чего? Прекращай. Так, тут дверка закрыта. Они хотят выселить нас с нашего района. Так, правительство всех скрывает, что мы тут умираем. О, страшно, вырубай. А вот и канистра с бензином. А
вот и канистра бензином, это типа вот это вот. Ага, прикольненько, прикольненько. Тихо, 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 тихо. Вот этот вот звук мне не нравится. Что такое? Кто из дрочи, ребят? Ага, понял. Тихо. Меня дети смотрят. Прекращай. Письку теребит. Все, 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 уходим, уходим, ребят. Не, он нормальный вообще. У меня как бы тут семейный контент, а он начинает. А кто-то помнит, где находится вот эта вот штука, которую нам нужно заправить, либо нет? Это как помнит, да? Он говорит, писюн показывал, не показывал, а показывал. Писюн, писюн. Писюн, писюн. Так, слышь, писюн, а куда нам идти? Куда нам тут идти? Ага, вот оно что. Так, а не могу понять, как это нам даст найти этот, как его, кусачки. Собака. Фу, я испугался. Отстань, пожалуйста. Вызывайся. Пожалуйста. Уезжаем, 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 уезжаем. Ой. Ой. Вы этого не видели, ребят. Вы это не видели. Да. Так что, ладно, давайте еще раз покажу то, что вы не видели, и пойдем дальше. Так, не-не-не, музыка мне не надо. Можно, пожалуйста, выключить музыку? Мне музыка здесь совсем не нужна. Особенно я так и смотрю, что это музыка с авторскими правами, да? Так что мы уходим быстренько отсюда. Так, записка? Не? Не, не записка. Ага. Надо все обшарить. Потому что по-любому... А вот и кусачки, ребят. Вот и кусачки, хорошо. Но я думаю, не все так будет просто. И нам не дадут открыть, да, замочек. Все, 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 ля-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 ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О. Хорошо, спускаемся. Так, Арчи, наверх фонариками не крутить. Так, хорошо. У нас с вами теперь есть кусачки. Я предлагаю теперь по-быстрому. Максимально по-быстрому отсюда уйти. Так, 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 а без музыки можно, пожалуйста? Во-во-во, сейчас что-то будет. Готовьтесь, сейчас по-любому. Здорово, песик! Пошли отсюда! Мой ты хороший. Идем отсюда, давай. Давай, убегаем. Наконец-то. Так. А где песик? Где песель? Алло. Песель. Блин, жалко. Жалко, пёселя с собой нельзя было взять. Тихо. Бонжур. Понял, понял, не буду отвлекать. Ага. Здорово. Вот. Типичный представитель World of Tanks. Блин, хорошая подводка была бы, конечно, к рекламе, но, к сожалению, кажется, рекламодатели не хотят со мной общаться, ну и ладушки. Так что, ребят, прожмите свой лайкосик, поддержите канал лайкосиком и подпиской, и желательно комментарием. Спасибо, я вас верю. Вы лучшие. Батя, нормально? Ага. Рыбачишь? Так, хорошо, идем. Идем, не будем им мешать. Все, отдыхает спокойно. Бонжур.
Раш по центру. Бе-бе-бе. Так, пожалуйста, пусть эта дверь будет открытой. О, хорошо. Блин, это не хоррор получился, какая-то комедия. Блин, ну ладно, ладно. Так, что это? Машина, да? Все? Это финал? Или что это? Или это нам... Или это нам показалось? Так, за последнее время поступает много сообщений в полицию от людей, побывавших в колонии. По их словам, там что-то происходит, да? Синсионный 5 лет назад был одним из худших городов Китая. Незадолго до сноса в нем произошло всплеск преступности. Ага, и убийство. Ну а верят, что правительство было готово пойти на ужасные поступки, чтобы снести Коулун. Падла. Выход. Да, это финал, ребят. Прикольненько. А дайте посмотреть, сколько мне времени это заняло. 27 минут. Ну, в принципе, нормально для ролика, как говорится, хорошо. Ну, не знаю, ну, не знаю. Ну, такое себе. Как на разок пройти, в принципе, можно. Тут даже не машу обсуждать. Игра говнище полная. Фу. Так что я удаляю его, выложу ролик и до побачення. Все, ребят, услышимся уже, как говорится, либо на стриме, на втором моем канале, да, не забудь подписаться. Либо на прохождение какой-то новой игрушки. Так что все, всех обнял, поцеловал. Всем пока-пока.